Живущие, здесь их уже осталось совсем немного, пытаются из туалетов выстроить баррикаду. Баррикады. ОМОН рассекает толпу и прижимает ее к парапету набережной. Навальный призывает в своем твиттере идти на Манежную и открывать второй фронт. К вопросу о том, что это случайно, что вот так случайно получилось, что мы не хотели, нас провоцировал узкий проход.